У нас 29 июня 2015 года. Вот лагерь Стан у нас, детский православный. Перед завтраком помолились, сперва зарядку сделали, помолились, потренировались, отбой, подъем. И вот сейчас работаем. Вот. Цепочкой передают. Тарас, помогай, не хватает уже одной. Помогай быстрее. Подавай этой, Леониде. Вот сюда. Да, давай, давай так. Что-то у сестер быстрее получается, Ваня. Шевелитесь быстрее. Кто-то пилит. Разговорчики. Во время разговора никаких работы. Никаких разговоров не должно быть. Нестор. Нестор. Молчать. Вот, пилит этот, Тимофей таскает готовые дрова уже. Где на колку, где просто в поленницу. Осторожно, руки только берегите. Леонида, Леонида, вот отсюда бери, вот отсюда, с этой кучи. Там они пускай берут. Тимофей, Тимофей, в другом месте таскай. Вон там где-то напилено тоже есть. Таскай оттуда. Тимофей, ты не слышишь, что ли? Я говорю, вон там, в другом месте. Вон где пилят. Паша, разговорчики. Паша, я сказал разговорчики прекратить все. Разговоры все прекратить. Ты еще кидаешь так, ты клади конфеты. Скажи, подожди, тебе видно, нет, что вот это уже пошло вот так на кофе? Теперь смотрите, вот вы ложите, подождите. Стойте, стойте. Вот не смотрите, не сколько даже. Ну вот она уже наклонена, она поползла уже. Ну смотри, в каком положении она находится. Это прямая, нет? Вот смотри, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Чего ты не знаешь? Ты не знаешь, что наклонно это падает. Она не упала. А? Она не упала. Вся поленница полетит. Не упала. Как не упала, когда она вся уже на боку лежит? Ты не стоишь сесть за стол, она будет здесь. Ты будешь одна складывать. Вы делаете работу о быках. Смотри еще. Вот, видите, зайди, Володя, с этой стороны. Покажи. Вы сами посмотрите вашими глазами молодыми. Это что, поленница? Нет. Что, японец с ней местах будет поленницу складывать? Да не надо никакой поленницы. Вот, давайте кидать. Вот, давай. Вот. Ну, накидаем им все. С одного места на другое. Лишь бы ничего не делать. Руки за задницу ухватил. Это я считаю бессовестность абсолютно. Развалить обратно. Убраться, это не поленница. Дурак будет складывать, разницы никакой нет. Разобрать. Где у тебя первое? Смотри. Вот идет один ряд поленья, другой. Дальше 111 уже на одно. Крутанул и пошла. Вы все до одного смотрите, ни один это, а разницы никакой нет. На этой поленнице показано, какой вы работе. На поленнице оставили только два человека. Они начинают компанию вот так вот все это делать. Вот смотри, давай, подыши сюда. Ко мне, подышите, подыши. Как вот она наложили ее везде? Вот, корчинка-то не посмотрели. Давай. Сделать наклон в эту сторону надо. Чтобы ни одно полено не упало. Это работа бракованная ваша. Видишь, даже ложить некуда. Давай. Чуть-чуть наклон в обратную сторону. Вот она поползла. Она не упадет. Кого не упадет? Ну посмотри. Она уже вся сползла. Ну на кого это рассчитано? Вот она уже набросана. Видишь как? Вот это вот идет один ряд, это второй. А уже сверху прошло одна на два. Да кому она нужна такая работа? Ты сделай так, чтобы красиво было смотреть. Давай, тут они ничего не будут делать. Потому что она все развалилась, так сделано.
Раз делаешь как попало, у тебя вся жизнь будет идти как попало. Еще раз говорю, ни один японец так делать не будет. Так, ты понимаешь, что нас делать? Чтобы наклон маленько туда был. Если наклон получается в обратную сторону, вот так вот положи, возвысь ее. Вот. А теперь она наклона будет туда, чтобы она об поленницу упиралась, а не валилась наружу. Вы маленько видите, что делается? Друг друга-то столкнули. И главное, никому дело нет. Это какое это? Это поленница. Мы складываем. Да какая разница, мы не мыть. И подошел, она плохая. Ты должен разобрать и сделать заново. Ну все на кого-то. Не ты, другой за тобой пьет, это тоже не я. Это такая страна. Никому дело нет. Все разваливается, все. Все, чему она? Не работа ничего, для виду только так. Чтобы никакого наклона у ней не было, ни одно полено не вывалилось. Выровняйся. Не я делал, я тоже не делал здесь. Но я появился, я обязан все сделать как надо. Выровняй полено эту всю. Ну что, Ваня, стал? Лишний? Да ты первый наполовину сунулся, уже начал делать. Уже заскучал, уснул. Ну смотри, ты подошел уже, полпаленницы выровняли. Подожди. Что ты делаешь? Ну куда? Ну куда ты идешь? Вот она идет, поленница. У тебя сразу отломилась нога. Уйди. Здесь две поленницы идет. Вы на одну свели их. Вот ты видишь, вот. Вот ряд идет. Вот. А тут у тебя уже один пошел. Да, почему? Да. А ты крутанул ее в одно. Вот эту надо подровнять. Ну на этом самом можно научиться правильно работать. В городе есть поленница? Нет ничего. Город это гибель. Смотри. А это идет вот здесь вот. Давай дальше. В городе нет поленницы. Ну, какая-то мудрость или что-то. Просто глаза откройте маленько. Что вы делаете? Поленница жизнь, без поленницы гибель. Ваня, что за смешки? Ну, смотри. Она сразу все меняется. А только начни делать. Надо же Арсений. Вот она поднимается кверху. Не пойдет. Значит, должно здесь повыше быть. Толстый конец на эту сторону. Не показали ничего, ребятишка. Но он еще кидает и кидает. Ну, еще там проложено. Вот она. Что это, поленница? Они вот так вот все лежат. Вы надо смотреть и... Детей приучите работать нормально. Нашу продукцию нигде не покупают за рубежом. Только то, к чему руки русских людей не прикоснулись, то покупают. Это нефть, золото, платина, газ. Где... Только чтобы из земли взять и готовое взять, там и обрабатывают. А нам втридорого пришлют. Лес срубили, в Китай везут. Бумагу сделают, продают нам в 10 раз дороже. А это вот такие вы и делаете. Вы не умеете ничего абсолютно делать, потому что нет желания у вас. А ты бы за это, за 3-то недели, чему научился? У тебя только одно, как удрать домой, в спортивный лагерь. Где можно что угодно делать, хватать девок там, мять. А у нас это нельзя. Что ты сам себя не узнал, какой ты есть? Вот она, вторая поленница появилась. И, видимо, ее обнаружили. Вот теперь две идут. А вы ее превратили в одну. И главное, все до одного смотрят, им разницы никакой нету, что это стыдобушка, что ты работал здесь. Ваш след остался здесь. А то не я начал. Ну не я начал. И теперь моя работа, видать? Да. Почему вас этому не учат, ни родители, никто? Так, мы же в городе живем. В городе, а здесь там поленницы нет. Давай сюда. Ровно вкладывай. Никакого наклона не должно быть. Она маленько только сломилась. Я уже палочку подкладываю. Создать наклон в ту сторону, чтобы она не вывалилась. Води. Поленницу положить. И то надо маленько шумутить. Ну что, непонятно, что это по-другому выглядит. Посмотри. Мы только начали делать. И все, ситуация изменилась. И я же не говорю, а кто-то так делал. Да он делал за это ответит. Я появился, обязан оставить след. Давай.
Вот это потихонечку здесь заломить надо вот сюда. Вот. А под это потом пошло. А почему здесь не забили кол? В конце развалится. Вот эти два кола забили, мест там нету, нету. Вот и... Так, с этой стороны уже не надо подавать, туда идите. Место-то освободите для топора. Вот туда подавать две очереди, если да. Туда он. С той стороны, с той стороны. Что надо заменить ее. С той стороны смотри, кто работает. Да подскочил, да как можно дать девчонке работать маленько, а ты стоишь. Там Ваня. Ваня. Ваня виноват. Я нашел Ваню. Иди. Вот он там, возле поленницы, Игнать Иванович. Вон там. Возле поленницы у вас. Вон. Я топорку положу где? Ну вон положили, вон. Где-то здесь, вон он. Вон он, я завалил его уже. Трудно ли было забить кол? Вон их есть, принеси, Володя, надо было поставить. Сейчас я принесу. Ну вот так вот у нас получается.